Человека, сидевшего на парапете балкона, заметили случайные прохожие и сразу вызвали полицию и пожарных. По словам очевидцев, мужчина, свесив ноги вниз, просидел так около 5 минут. Затем совершил роковой прыжок. Ни спасатели, ни полицейские ему просто не смогли помешать. Не знаем, что случилось. Вот сидел на этом, на подоконнике, и прыгнул. Упав с высоты 9-го этажа, а это более 20 метров, мужчина разбился насмерть. По словам полицейских, погибшему примерно 40-45 лет. Его личность пока не установлена. Никто из жильцов дома опознать мужчину не смог. А это местный житель? Нет. А как он на балкон-то попал? Они снимают, видимо, тут квартиру. Сейчас полицейские выясняют все детали происшедшего. А главный вопрос, на который им предстоит найти ответ, это что могло толкнуть человека на столь отчаянный шаг. По данному факту сейчас проводится проверка. Артем Агалаков, Максим Зуйков, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».